Подожди, я готовился. Меня зовут Айк, я технический директор рекламных проектов внутри ВК. Что делает моя команда? Вопрос. Моя команда занимается разработкой платформы для отображения рекламы на наших площадках и площадках партнеров. Особенность моей команды – это то, что мы разрабатываем высоконагруженную систему, которая работает в реал-тайме с огромными массивами данных. За последнее время у нас очень быстро растет количество пользователей на наших сервисах. И самое хорошее достижение моей команды – это то, что мы продолжаем держать отказоустойчивую систему даже в критические нагрузки, которые превышают больше 1 миллиона запросов в секунду. То, что мы делаем сейчас, тем более важно, потому что мы помогаем малому и среднему бизнесу развиваться, рассказывать про свои товары и услуги огромному количеству пользователей наших сервисов. И, соответственно, с другой стороны, обычным пользователям помогает найти те бизнесы и услуги, которые в обычной жизни они бы никогда не нашли. Давай еще раз. Наши планы на текущий год, конечно же, развитие текущей системы, упрощение наших инструментов для конечных рекламодателей. Будем использовать ML-технологии для лучшего обнаружения интересов конечных пользователей рекламы, AI-технологии для помощи рекламодателям при генерации рекламных баннеров, рекламных сообщений и, конечно же, улучшать релевантность отображаемой рекламы для наших пользователей. Я работаю в ВК, потому что тут есть сильная динамика, как в стартапах, и, конечно же, стабильность и устойчивость большой компании. Хочется просто сказать, что таких ждем и еще ждем людей, которые не обязательно такие, но мы в себе команду ждем активных, амбициозных людей, которые готовы писать на Go, на Python, на плюсах и не боятся сложных, высоконагруженных систем. И, конечно же, мы готовы принять тех, что стремится развиваться в крупном интересном проекте. Процесс найма у нас очень простой, состоит из двух этапов. Это техническое собеседование и второй этап – это разговор с руководителем. Мы готовы сделать оффер в течение 2 дней хорошим кандидатам. ВК классно работать, потому что это большая стабильная компания, где есть много подразделений, которые занимаются разными сферами IT. И, конечно же, можете работать в окружении сильных технических специалистов.